Сегодня речь пойдет об инновационных технологиях, комфорте, достойном качестве и вполне приемлемой цене. Вы сразу подумали, что мы расскажем о какой-нибудь новой новинке, которая перевернет ваше понимание о мотоблоке, о чем-то грандиозном и сенсационном. Возможно, это так. Но давайте сами себе зададим вопрос, что мы хотим от покупки мотоблока. Во-первых, получить качественную машину, которая не подвела бы в самый ответственный момент. Соответственно, она должна быть надежной и с проверенной историей эксплуатации. Во-вторых, мотоблок должен быть комфортным, чтобы не болела спина и руки после работы с ним. В-третьих, он должен выполнять весь свой функционал и быть универсальным в любое время года. Мы много рассказывали о мотоблоках, различных по конструкции, весу, мощности и цене. Но сегодня хочу показать вам машину, в которой оптимально сочетаются все эти качества. Это мотоблок гагаринского завода «Мобилка». Завод располагается в Смоленской области, разрабатывает и производит мотоблоки и навесное оборудование. Это одна из немногих фирм по производству мотоблоков, которая предложит своему покупателю продукцию, полностью спроектированную и изготовленную на собственном заводе. Здесь вы не увидите редуктор или даже шестерни редуктора с надписью «Made in China». Вся трансмиссия изготовлена под строгим контролем российских инженеров, которые ее разрабатывали, и выполнена она исключительно из отечественных материалов. Это большая редкость в наше время, ведь очень много фирм, которые для удешевления производства обращаются к китайским фабрикам, поставляющие отдельные узлы агрегатов за небольшие деньги. Все мы знаем, что китайцы впереди планеты всей по сборке, но качество материалов порой оставляет желать лучшего. И мы часто видим у некоторых китайских мотоблоков недостатки в литье и штамповке металла. Внешний мотоблок «Мобилка» больше напоминает иномарку. Ровные и гладкие линии корпуса редуктора, идеальная соосность шкивов, эргономичные рукоятки и удобные рычаги. Фрезы сделаны из толстого износостойкого металла. В общем, с эстетической точки зрения мотоблоку «Мобилка» можно смело поставить пятерку. Но нам его на полку ставить не надо и показывать друзьям. Давайте обратимся к техническим характеристикам. Разнообразная линейка моторов позволит вам сделать выбор в зависимости от финансовых возможностей. При этом качество изготовления самого мотоблока совершенно не меняется. Соответственно, не меняются потребительские качества продукции в целом. Меняется только ресурс силового агрегата, то есть мотора. И почему же мотоблок «Мобилка» завоевал такую армию поклонников? Все дело в редукторе. Это запатентованная конструкция, над которой реально поработали. При его создании выбор пал именно на шестеренчато-цепную конфигурацию, которая в процессе тестирования получила самые высокие оценки. Она гораздо плавнее шестеренчатого и надежнее цепной. Помимо этого, учитывалась балансировка веса мотора и расположение фрез под максимально комфортную эксплуатацию. Мотоблок, благодаря такому редуктору, не заваливается и не выпрыгивает из земли. Передаточные числа на выходные валы подобраны так, чтобы мотоблок мог без особых усилий работать как по целине, так и производить последующую обработку земли. Сам же завод «Мобилка» славится не только производством садово-парковой техники, но и производством навесного оборудования. Причем спектр этого оборудования не ограничивается изготовлением продукции для собственной техники. На мотоблоке «Кайман», «Уберт», «Нева», «Салют», «АК», «Белорус» вы можете увидеть абсолютно любое навесное оборудование, и на нем будет стоять ярлык «Мобилка». Причем цена при высоком качестве продукции вас приятно удивит. Выбирая мотоблок, рекомендуем вам обратить внимание на продукцию завода «Мобилка». Это действительно достойный конкурент всем ведущим производителям и один из самых продаваемых брендов на рынке. А первым 20 покупателям мотоблоков МКМ до 31 декабря мы предоставим персональную скидку, чтобы вы могли в полной мере получить удовольствие от покупки. Для этого при заказе скажите пароль «Гарденсток Мобилка». Ну, Лёх, вот скажи мне, ты ездил здесь на многой технике, мы здесь и на Неве гоняли, и на колесах на обычных здесь ездили. Сегодня ты едешь вот на вот этом прекрасном мотоблоке с гусеничной насадкой. Твои ощущения какие, что тебе понравилось, что нет, какие ты минусы для себя заметил, какие плюсы? Сразу же хотел бы сказать, что эта техника не сравнима практически ни с чем, так как ее можно сравнить только с каким-то маленьким трактором. Свои ощущения могу сказать, что я ожидал, конечно, что управлять гусеницами будет сложнее, чем есть на самом деле. Так-то довольно-таки маневренная техника с хорошей проходимостью. Очень хотелось бы попробовать
по снегу, но это мы попробуем в дальнейшем. А так только позитивные эмоции вызывают эти гусеницы. Привет, друзья! Привет, зрители нашего канала! Ну что ж, на обзоре у нас сегодня такой вот зверюга. Это модель Mobil-K MKM-3. В комплекте с ним поставляется 4 почвофрезы с захватом 73 см, 2 пневмоколеса 4 на 8 и также удлинители колесной базы. То есть при покупке этого мотоблока вы сразу можете пахать. Аксессуаров на этот мотоблок пруд-пруди. Работает он круглый год со снегом, с землей, с любым навесным оборудованием, которое цепляется для любого мотоблока. Может и воду качать, может за собой телеги тащить. Сегодня мы пробовали его вот с такой вот гусеничной приставки. Гусеничная приставка у нас Гаврилов-Ямская. Цена на сам мотоблок в нашем интернет-магазине. Вы можете ознакомиться, ссылка будет обязательно снизу. Мотоблоков Mobil-K у нас на сайте представлено больше 35 штук в модельном ряду. Отличаются они между собой. Есть MKM Mini, это мини-культиваторы. Есть MKM 2, это просто культиваторы. Есть MKM 3 и есть MKM 4. По сути своей они будут отличаться модификацией редуктора, коробкой передач, трансмиссии и также ручка комфортная, некомфортная и так далее. Что хочется отметить, литье редуктора, все комплектующие на заводе Гагаринском делают сами. Смотрите, вот редуктор, выбита эмблема Mobil-K. На каждом мотоблоке у нас есть штампик. На штампике у нас стоит имя и фамилия сборщика. Этот сборщик делал первую пусконаладку этого мотоблока. Так что контроль качества у этих мотоблоков идет 100%. От А до Я. Прет он, мама, не горюй. Можно сказать, что это не мотоблок, а одноосный трактор, у которого отличная проходимость. Естественно, и мне, как и Алексею, хочется попробовать его, как он будет ездить зимой. Ну а на сегодня могу сказать, в нашем магазине представлен полный модельный ряд этих мотоблоков. Вы можете сюда приехать, ознакомиться, посмотреть, насколько этот мотоблок комфортный. И также повторюсь, до 31 декабря первым 20 покупателям, которые у нас купят эти мотоблоки, мы сделаем дополнительную скидку. Так что спасибо за обзор, приезжайте в наш магазин и смотрите мотоблоки производителя Гагаринского Mobil-K. Всем спасибо за внимание, до свидания, ждем вас в нашем магазине. Также, если какие-то у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, на все ваши вопросы мы обязательно ответим. Ну что ж мы видим, сзади сама телега 100 кг, в ней гусеница 50 килограммовая, и на телеге два человека, один 70, второй 86 килограмм. Ну что, мотоблока не видно. Едет он вот так вот. Тяга у него отличная. Мощности 6,5 лошадиных сил, за глаза хватает. На гусеницах, конечно, одно удовольствие. На колесах мы в прошлый раз здесь ездили, но таких эмоций не было. Здесь же он едет действительно просто прекрасно. Пятно контакта огромное, прорывает он отличненько просто.